добровольцы, welcome on stage, что называется. Итак, выходим. В таких слов вчера известная телеведущая, журналист и генеральный продюсер телеканала Матч ТВ Тина Канделаки начала свой диалог со студентами Казанского федерального университета. Для разогрева и настроя аудитории на активное общение Тина Канделаки позвала всех желающих на сцену и предложила встать в планку на минуту. Свой спортивный эксперимент со студентами она объяснила еще и тем, что в новом цифровом обществе физическая активность крайне необходима. По мнению Канделаки, каждый человек может стать гением. Каждый из вас может стать гением. Каждый из вас может стать великой актрисой, великим журналистом, великим продюсером, великим предпринимателем. Чтобы быть гением и всегда оставаться актуальным, нужно саморазвиваться, обновлять знания и уметь распоряжаться своим временем, считает Тина Канделаки. На встрече была затронута и актуальная тема мессенджера Telegram. Известная телеведущая поделилась мнением об анонимных каналах и рассказала, какое влияние они оказывают на общество. В современном мире, как мне кажется, как опять-таки я читаю футурологов, сложно что-то запрещать. Надо просто всему обучать. И культуру поведения, и этику поведения в соцсетях, в мессенджерах. Студенты также задавали вопросы о распорядке дня Канделаки, о ее отношениях с Ксенией Собчак и об интервью с медийными лицами. Завершился диалог с Тиной Канделаки совместным селфи. Аделя Хасанова, Анна Глазунова, Андрей Багаудинов, Универньюз.